Тема частоты дискретизации такая достаточно горячая, болезненная тема. Люди годами спорят на эту тему, пытаясь, значит, друг другу доказать, в каком же разрешении лучше работать. Но я здесь процитировал бы Тони Плата, это известный британский звукорежиссер и продюсер, который сказал такую вещь на своем мастер-классе в Москве, когда ему задали этот вопрос, что давайте, как он сказал, давайте сократим количество слов и просто примем тот факт, что более высокое разрешение дает вам более качественный звук. Поэтому 96 это всегда будет лучше, чем 48 или 44 кГц. Естественно, существует несколько «но» по этому поводу. Что такое частота дискретизации? Частота дискретизации – это количество сэмплов, фиксируемых в секунду. То есть, если вы записываете с частотой дискретизации 44,1, то вы сэмплируете в секунду 44 100 сэмплов. Если 48 кГц, то 48 000 сэмплов. 96 кГц, соответственно, 96 000 сэмплов. Понятно, что это просто количество информации, захват информации. Чем больше частота дискретизации, чем она выше, тем, соответственно, больше информации вы фиксируете. Из практики понятно, что 96 кГц дает более крупную форму, дает более насыщенную низкую середину и дает более мягкий верх. Пока люди спорят обо всем об этом, я уже лет 20 назад говорил и продолжаю говорить о том, что вот практика показывает, что все треки, которые приходят, к примеру, на мастеринг в разрешении 44,1 кГц, у них всегда жесткий верх. У них всегда есть слышимый ухом гармоника в районе 10 кГц, которая звучит жестко, я называю прям такой у меня аналогии с таким прям вот стеклянным звуком. Когда мы записываем, там, допустим, 96 кГц, то такого верха нет. Верх всегда мягче, и причина заключается в том, что вот эта вот гармоника, она смещается в область там, за 40 кГц, которую мы ухом не воспринимаем. Сейчас многие уже знают такое слово, как альясинг и так далее. Вот это все производно от этого. Если вам интересно, вы можете предметно эту тему покопать по поводу альясинга, я имею в виду. Вот в 96 кГц этих процессов нет. Безусловно, сейчас сложно говорить о том, в какой частоте лучше работать, поскольку очень много музыки сделано в 48 кГц. И это стало уже такой как бы атрибутикой некоторых стилей. То есть, если мы какой-то сегодня возьмем агрессивный жанр, где нам нужен более жесткий такой звук, как бы, который должен, по идее, раздражать слушателей, если мы запишем его, допустим, 96 кГц, то мы не получим этого эффекта, мы получим беззубую такую очень мягкую историю. Из практики есть такое наблюдение. 96 кГц – это всегда звук крупнее. 48 или 44 – это всегда звук по своему размеру, по объему, он как бы меньше, он уже. И, соответственно, здесь этот параметр можно использовать просто как дополнительный инструмент. Если, к примеру, вы записываете у вас акустический проект, и вы хотите более натуральные тембры получить, и вы хотите, у вас немного элементов в вашем треке, вы хотите получить просто вот более натуральный, мягкий, объемный, крупный звук, то 96 кГц будет вам, конечно, в помощь. Если вы работаете, к примеру, с какими-то жанрами, там, типа хип-хопа, то можно записывать 96 кГц, но вы должны учитывать, что здесь может срабатывать такой вот момент стиля, потому что уже очень много музыки сделано в этом разрешении, и, соответственно, в 96 кГц у вас могут быть сложности. По большому счету, если вы записываете 24-96, вы получите хороший звук гарантированно, и, в принципе, из этого вы можете вырулить как бы любой стиль, да? Но здесь есть один момент, о котором люди часто умалчивают в своих дискуссиях. Люди не применяют этот момент зачастую только по одной причине, что для компьютера, для процессов обсчета это достаточно получается тяжеловесные сессии, и поэтому с этим могут быть проблемы, это может быть просто сложно работать. Поэтому выбирать можно для себя любой как бы формат, в котором вам удобно работать, но говорить о качестве, многие говорят, зачем записывать 24-96, когда потом все равно все конвертируется в 16-44. Вот тот же самый Тони Плат на это ответил, что вы просто поймите простую вещь. Опять же, он говорил в рамках того, чтобы сократить как бы количество слов. Поймите такую вещь, что то, что качественнее записано, оно потом и при перекодировке будет звучать качественнее. То есть, если вы пишете в 24-96, то потом у вас в 16-44-1 это будет звучать все равно качественнее, чем если вы запишете сразу в 16-44. Причины тот же самый альясинг, количество искажений, которые возникают и так далее, и так далее. То есть, эта тема такая глубокая. Тем, кто хочет в ней немножко разобраться, копнуть чуть глубже, вы можете об этом, обо всем
посмотреть на моем канале Boosty, ссылка есть в описании к этому видео. Там я подробно говорю о и о битности, и о частоте дискретизации, на что это влияет и какие это может порождать последствия. Надеюсь, видео вам понравилось. Переходите по ссылке, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем добра, всем хорошей музыки. Пока.